Всем привет, с вами Тролль, и это Шара Ньюс. Сегодня у нас вышло обновление, а также наступила зима, и в Шарарами выпал снег. Но давайте все-таки вернемся к обновлениям. В дремучем лесу нас ждет железная няня, которая просит нас о помощи. Мы должны помочь позаботиться о маленьких снеговиках, а точнее доставить снег и ухаживать за снеговиками. В награду за работу мы можем получить лампу-снеговик, смешутку-снеговик, кубик из ледяного садика, прическу морковка на снегу, спутник-снеговичок и ледяной кубок. Сквиш-лисичка – это милая игрушка для хорошего настроения. Получить ее можно, купив Шарарам карту на 30 дней. Тебе выпала звезда удачи только до 5 декабря. Ты можешь купить Шарарам карту на 14 дней со скидкой 50% всего за 75 рублей. Новые подарки в Царе Горы? Не забывай, что каждый день в 16:00 по московскому времени проходит викторина Царь Горы, где ты можешь получить ценные подарки. Спасибо за просмотр, я жду твоего лайка и подписки на канал Шарарам. Что у тебя в игре? Всем пока!